ваше предложение, минуты молчания, оно отвратительно. Понимаете? Оно отвратительно. И бессовестно, я считаю. Потому что минуты молчания мы должны предъявлять тем людям, которые действительно погибли за Родину, за свободу, заслужили уважение людей. Человека, который совершил и обвиняется в тяжком преступлении. Организация массовых беспорядков и посягательство на сотрудника, которого пришлось брать спецназом, в котором случилась беда, которую никто не ждал, который скончался, пока по пути перевозили. Результаты экспертизы нам еще неизвестны. Тем не менее, уже первые результаты экспертизы, которые показали, что нет ни гематом, ничего, нам говорят о чем? В то же время соседи говорят, и значит о том, что, ну, не буду просто память, его только сегодня, кстати, похоронили. Пожалуйста, говорите от своего имени. Чтобы говорить от имени народа, ох, как много нужно сделать. И полагаю, что здесь от имени народа и от имени вот какой-то группы аксакалов вы от себя говорите.